Дорогие друзья, мы находимся на улице Псковская, в Саранске. Это район Старого Химмаша. Дорога была здесь, откровенно сказать, ну, никудышная пришла, практически в негодность. Но дорожники постарались, и сейчас уже Псковская улица, можно сказать, стала образцово-показательной сегодняшнего дня. Красота. Мы очень рады, что эта улица стала такой проезжей и образцовой. Некоторые злопыхатели говорят, вот вы журналюги, только и показываете, что отрицательные факты. Нет, друзья, поспорим. Нам в первую очередь хочется увидеть преобразования и показать их, чтобы у людей на сердце было хорошо, спокойнее на душе, потому что хорошие факты – это дефицит, к сожалению, в нашей жизни. И вот, друзья, я хочу вместе с вами порадоваться, что на одной из улиц Саранска произошли такие замечательные, отличные преобразования. Это район Старого Химмаша, церковь Никольская. Многие знают это место. Лето наступило. Друзья, поздравляем вас!